На рынки 12 краин свету вышло одно из могилевских предприятий по вытворчести техничного текстилю. Могилевскую сетку для дорожных конструкций набывают краины Мытного Союза, а так само Заходней Европы. Это один из яскравых прикладов вытворчести инновационной продукции. Подробности у Татьяны Сергейчик. У гэтым цеху зараз вырабляюць сетку со спецыяльнага шкловалакна. Яна пойдзе под асфальтобетон, спецыялісту дакладняюць. Матэрыял замяняе слой пясчана-гравійнай сумесі. При будаўніцтве новой дороги павялічвае термін яе эксплуатацыі. Прадукцыя інавацыйная, распрацавана разам з навукоўцамі. Карыстаецца попытам у краінах Еўросаюза. Мы развиваем рынок Европы. Мы сертифицированы на Евросоюзе. Фактически сейчас уже насчитывается 12 стран, куда наши материалы поставляются. Мы производим большой перечень материалов. Это материалы и для асфальтобетонных покрытий, и это и для оснований дорог. Также мы производим материалы, которые еще используются для укрепления штукатурки. Что месяц махина ТСТ выпуская каля миллиона квадратных метров техничного текстилю. Сыровину набывают у айчынных предприемств. Могилёв химволокно, Полоцк шкловолокно. Метр этой сетки, если подвесить к нему груз, должен выдержать не менее 4 тонн. Непосредственно запускаем измерение. 75,9 килоньютона. То есть уже с запасом идет у нас. То есть это практически на 7,5 тонн она выдержала, да? Да. Зараз сезон, вытворчасць працуе круглосуточно, у компании кажуть. Заказы поступают наперед. До прикладу, у Беларуси могилевский материал выкарыстовывали при будаўніцтве дороги М4, у Могилеве при капитальном будаўніцтве улицы Першамайской, у Минску на привокзальной площади. Татьяна Сергеевич, Денис Бутылин, новини регион.